Всем доброе утро, ребятушки. Вот сейчас мы идем на завтрак, а потом поедем на экскурсию с черепашками. Вот такая недлительная экскурсия у нас сегодня будет. Пообедаем там на необитаемом острове, покормим черепашек, а потом вернемся в наш отель. Так, сейчас я возьму себе кофейку, как всегда. Люблю по утрам пить кофею. Валер, ты сам себе наберешь, а то я разольюсь. Хорошо? Можешь мне сочку набрать? А? Возле моря. Сейчас будем завтракать. Видите, такая музыка у нас играет. Постоянно музыка играет здесь. И на завтрак, и на ужин. Прям красота. Так, я вот взяла кофе. Муж мне взял сок и воду. А там вдали люди уже купаются, загорают. Пришли в агентство Велотрипс. Что-то никого не видно. Что-то никого нет, Валера. Опоздали? Как опоздали? Написано же время 9:45. Муженечек только где-то. Такие статуэтки красивые. Интересно, из чего они сделаны? Они легкие-легкие. Из дерева это сделано, Валера. У них все из дерева сделано. Красота. Плыви, чуть-чуть осталось. Давай. Чуть-чуть осталось. Давай. Давай ласты снимай. Давай ласты. Одну дай ласту мне. Чё, тяжко? А? Старичка Анансика. А, Валер? Красота. Такая вода прозрачная, прозрачная. Я где видел корова, я там ногами вообще не махал. Мальдивская травма. Ну, вот так она Валера, была, да? Я ногами махал. Оказывается, там совсем не глубоко. Вот, наверное, заражение не будет. Да ничего страшного. Ну? Чё? А чё, он воду хочет залить, что ли? Зачем? О, это что-то новый способ какой-то. Пресную воду надо заливать. Тут какой-то новый метод. Не хотите такой новый метод? Что, лучше стало? Вроде прыгать надо. Я попрыгала, вроде вышла. Похлопай, похлопай рукой. Что, лучше стало? Тут оно не нашли. Цитадл. Череп. Черепок. Черепаша, черепок. А?
Ужас, и браконьеры вот ставят сети такие вот. Такой череп. А? Почему череп? Черепашек. Знаешь, какие огромные черепахи? Это голова, судили. От головы. Голова черепахи, да. Мальдивская травма. Так, приплыли на островок. Такой маленький островочек, необитаемый. Надеюсь, здесь нас примут, так как здесь нет жителей местных. Здесь у нас будет ланч. Вода бирюзовая, а там вон все темнее и темнее, темно-синее. Сейчас будем здесь перекусывать. Раздали вот такой ланч. Валер, покажи, что там. Бутербродик такой. Сейчас дадут напиточки. Валера, можешь сесть? Валера, давай сюда сядем под зонтик. Здесь видно караоке вон. Хорошо, как караоке. Дай подержу. Классно. Валера, там кораллы, сядь сюда. Ну и чё? Чё ты? Ты совсем не будешь садиться, что ли? Садись сюда. Нас снорклились, кроме нас. Там купаются дальше. О, красота! Водичка такая прозрачная. Смотрите. Посмотрите, какая же красота это. Неописуемая. Прелесть такая. Приветушки всем! Красотень какая! Чего ты в воду зайдешь? Кофточки что ли? Валера! Необитаемый островок такой.
такое ласковое море. Ласковый Индийский океан. Это надо видеть вживую, это не передать словами. Уезжаем с этого прекрасного островка. Волю здесь наплавались, пообедали, позагорали. Сейчас едем назад в отель. Назад свои махуши. День рождения! No, the masks and the fins, you can take it here. My colleague will collect it. Давай,